Приветствую вас. Я думаю, что основной момент в том, что вы не до конца не завершили отношения с своей бывшей женой. Вот, у вас есть перед самим собой чувство вины, это невыраженный гнев, невыраженные эмоции. Вероятно, опять же, по отношению к жене, по отношению к разводу. Вот. Вы пишете, что была попытка совместной жизни с женщиной, но прожив около 3 лет разбежались, тут тоже нужно смотреть, что именно. Вот, ну то есть, что именно послужило причиной вашего расхождения с ней. Вот. Я бы сказал, что необходимо корректировать ваше отношение к женщинам, потому что женщина для совместной жизни – это, ну, скажем так, несколько обесценивающе по отношению к женщине, потому что все-таки женщина – это личность, женщина – это человек, в первую очередь, и не для совместной жизни нужно искать женщину, а просто нужно вам найти человека, которого вам захочется делать счастливым. А для этого вам нужно завершить свои отношения с бывшей женой, которые у вас, очевидно, до сих пор присутствуют, которые вас, очевидно, до сих пор вас, очевидно, беспокоят, и вас до сих пор, очевидно, тревожит это вот ощущение обязанности, да? Вот. При том, что само чувство, что вы ей должны, вот именно, ну именно само чувство, что вы ей должны, но оно, в принципе, не такое уж и плохое. То есть вы ей, вероятно, что-то все-таки должны. Вот. И, вероятно, какая-то часть обязанностей по отношению к ней, она адекватна, но какая-то вас тяготит. Вот. И с этим нужно разбираться, с тем, что вас тормозит, на мой взгляд. Вот, если с этим разобраться, то, в принципе, вы сможете двигаться дальше. Но здесь есть вот еще какая сложность. Дело в том, что вы пишете, что одному не очень. То есть вот что значит одному не очень? Вот это нужно ну, с этим моментом разобраться. Что значит вам одному не очень? Если вам наедине с собой не очень хорошо, то можно говорить о том, что вы что-то в себе не принимаете. Если вы что-то в себе не принимаете, то это на самом деле, ну, проблема. И для того, чтобы полноценно выступать в отношениях, вам нужно для начала обрести внутреннюю гармонию. Вот, а это психотерапия. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи вам.